5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Тамара. Лектор памяти за 2 железных топора, чтобы сломать 2 стенки 2 уровня и где-то 4 обычных топора, 4,5 или может даже 5, чтобы сломать 5 ящиков. Хотя нет, 4, думаю, хватит. Так, здесь ломаем первую стеночку, за которой находится маленький ящик. И вот здесь вот ломаем вторую стеночку. Готово. Все, что тут было, я сломал. Давайте смотреть. Плотная ткань. Забираем. Один слиток пока заберу. Пластины, гвозди будут. Дальше еще пластины, еще слитки. Боксит. Бензин. Изолента. Пускай лом будет. Так, что еще тут есть? Это у меня украли. Аптечки. Это у меня тоже украли. Воду заберу. Это у меня украли. Кожа, шкура. Это тоже все забираем. Так, еще 3 ящика. Здесь у нас доски. Бревна. ПМ-ка. Красный талон. И последний ящик. Изолента, 3 фильтра, которые у меня сперли, и не хватает 5 бутылок пива. А вот они, кстати. Вот это у меня украли рейдера, если кому интересно вдруг. Так, здесь что-то есть. О, еще бревные доски. Хорошо. Здесь что еще забрать-то можно было бы? Это сюда. И, наверное, 20 я заберу. Ну, больше тут. Из интересного для меня вроде как ничего нету. Да, вроде бы посмотрел все. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Сишку не тратил, ресурсы нашел. Хоть какие-то. Плюс это не рейд, это антирейд. То есть даже задание выполнял. Думаю, пойдет. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.